На этой неделе в России празднуют Масленицу. О традициях и гуляниях, которые пройдут в столице Чувашии, далее. Главные атрибуты праздника традиционно – чучело масленицы, забавы, катание на санях, гуляния и, конечно же, блины. Круглые, румяные, горячие. Раньше они имели ритуальное значение, поскольку были символами солнца, которое все ярче разгоралось, удлиняя дни. Но не стоит думать, что блины – единственное угощение. В старину на масленицу столы ломились от оладьев и пирожков с разнообразными начинками – грибной, творожной, капустной и не только. Каждый день масленичной недели сопровождают определенные обряды. В понедельник – встреча масленицы, во вторник – заигрыш. На лакомке, то есть в среду масляной недели, тещи приглашали на блины зятьев с женами. В широкий четверг проходили самые людные катания на санках. В пятницу – тещины вечерки. Зятья звали тещу на угощение. В субботу отводилась за Ловкиным посиделком, а в воскресенье – прощенный день. Также в последний день масленичной недели обязательно проходит ритуал проводов праздника с сожжением чучела масленицы. Всю неделю в столице Чувашии пройдут гулянья, масленичная ярмарка, встречи весны, масленичные селфи, танцевальный флешмоб, концерт звезд чувашской эстрады, интерактив. Активные семейные площадки, выступления группы «Балаган Лимитед» и народная дискотека – все это пройдет в Чебоксарах на разных городских площадках.